Xiaomi 3DS — это игра, где вы постоянно сталкиваетесь с блоками, шипами, пилами и так далее. А что если все это убрать и оставить только порталы? Сегодня я построю экстрим демон, используя ничего, кроме порталов. Итак, вот мы в редакторе. И нам надо выбрать трек. Ну-ка, давайте посмотрим, что же у нас есть. Так, что тут у нас? Опа, ну-ка. Да, это то, что надо. Вообще, у нас довольно мало объектов, которые мы можем поставить. Предлагаю начать с желтого портала в начале, чтобы мы так летели под музычку. Дальше у нас будет корабль, и у нас будет обычная скорость на первом парте. Надо еще поставить синий портал. Да, именно так. Вы, наверное, спросите, а если это экстрим, то как мы будем умирать вообще? А я вам отвечу, у нас есть вот такой вот портал. С помощью него мы будем телепортировать игрока за пределы карты, и он будет сразу моментально умирать. И именно таким образом у нас получится сделать экстрим демон, не используя ничего, кроме порталов. И первым делом я хочу сделать очень сложный пролет сразу же у нас же экстрим демон. Вот такой вот микро стритфлай. Поставим здесь портал гравитации сразу под синк. Я считаю, нормальная идея. Вообще в начале уровня мне ничего не приходит в голову, кроме как сделать пролеты как в Crazy 3. Вау, это реально сложно. Окей, корабль готов, теперь переходим к вейву. Мне кажется, будет прикольно сделать вот такой стандартный и сложный парт с случайными препятствиями, но главное, чтобы пролеты были сложными. Мне кажется, слишком однообразно. Давайте перевернем некоторые порталы, чтобы просто было интереснее, так сказать. 5 minutes later. Капец, я не могу этот парт пройти просто одну часть из всего уровня. Прикиньте, что будет дальше. К сожалению, мне придется занерфить. Буду уже потихоньку декорить. Правда, у нас только порталы можно ставить, поэтому я такие зеркальные порталы продублирую снизу и сверху. Все равно мы их использовать не будем в геймплее. Это, конечно, не прям шедевр, но хоть что-то. Стоп. Я заметил, что многие люди хотят быть креаторами, но при этом не могут научиться строить уровни. Чтобы это исправить, я хочу порекомендовать вам Discord-сервер Virtuos Kingdom, на котором помимо хорошего оформления и приятной компании, вы при своем желании сможете полностью овладеть редактором игры и научиться строить великолепные уровни. Данный сервер включает в себя ряд всевозможных пособий по редактору, в освоении которого вам будут помогать специально обученные для этого люди. На сервере есть клан Owly Sense Team, занимающийся глобальными отправками хороших уровней уровне ГД-модераторам, и вы можете получать аргументированную критику по вашим работам. А также здесь есть своя экономика, игры и многое другое, связанное с Geometry Dash. Ссылочка на сервер будет в описании. Знаете, что я сделаю перед дропом? Я просто сделаю спам на волне. Да, он будет довольно простым, но при этом все равно напряженным, я считаю. А чтобы было интереснее, я в конце сделаю вот такую подляночку. Если вы улетаете в этот портал, то вы умираете. Ну, дальше угадайте, что я построю. Straight Fly. А вот как это выглядит в игре. Теперь приступаем к дропу. И я сразу хочу сделать вот такой вот спам на мини-вейве на 4х скорости. Думаю, это будет сложно. Вообще, в качестве препятствия я могу использовать только порталы робота и порталы куба, потому что это единственные режимы игры, у которых сверху и снизу нету границ. И благодаря им я могу быстро телепортировать игрока за пределы экрана. Вот у меня здесь за место слоупов порталы робота. А здесь для большого вейва я сделаю слоупы из зеленых порталов кубов, чисто для разнообразия. Ура, это возможно. Как в таком пенсеркусе получается. У меня появилась прикольная идея. Кто в комментах угадает, с какого уровня этот момент, тот получит лайк от меня. Так, а сейчас будет гайд на круг в редакторе. Ставим любой объект, потом копируем его и ставим напротив, примерно на таком расстоянии. Копируем, переворачиваем, еще раз копируем, переворачиваем на 45 градусов, потом еще раз копируем и опять переворачиваем уже вручную. Такой вот супер легкий гайд на круг, пользуйтесь на здоровье. Да господи, это слишком сложно для экстрим демона. Это грандпа демон или ребус демон. Пофиг, ладно, надо строить дальше. Я-то демон. Голден демон. Final босс. Тут есть просто демон. И андроид. Итак, ребят, я сделал половину уровня. На уфошке, помимо таймингов, я просто обязан сделать спам. И я его даже сделаю посложнее. Давайте сделаем блок дизайн. Правда, он будет всего лишь на один блок, но все равно. Я тут даже зеленые порталы поставлю для красоты. И вот как выглядит наш блок. И раз уж начал декорить, давайте заполним это пустое пространство. Я сделал такой вот интересный смайлик. Выглядит довольно мило. Здесь по музыке сильно подходит очень сложный корабль, поэтому мы сразу построим здесь лютый стритфлай и будем делать очень сложный парт в целом. Вообще, эти полукруги из порталов очень прикольно выглядят, поэтому я их и здесь ставлю. А чтобы не было так скучно, я еще поставлю порталы куба. Вот как оно выглядит, давайте попробуем это поиграть.
Окей, вроде бы это достаточно экстремально. Вообще я не хочу делать чисто стритфлай, поэтому я вот создал такую дугу, на которой в таймик надо зажать и отжать. Давайте затестим это. Блин, так это супер легко оказывается. Не, это слишком просто, давайте забафаем все-таки. Давайте вообще вот так вот сделаем, интересно, что произойдет. Окей, теперь это супер сложно. Но это возможно при этом. Но это вообще жесть какая-то, лютая просто. Невозможно играть. Я тогда просто сделаю сам влет полегче, приподняв обе конструкции. И тогда это будет возможно. Вау, с первой попытки. Ну теперь да, влет намного более приятный. Ну а дальше по классике я опять добавлю стритфлай. И очередной декор в виде зеркальных порталов, потому что я считаю, это как-то слишком пусто выглядит. Вообще у нас в уровне что-то дуалов не было, да и у меня идеи кончились на одиночные режимы игры, поэтому надо бы это исправить. Добавим здесь уфошку, так у нас один персонаж будет кораблем, а другой уфошкой, и это будет очень сложно. Я сделаю вот такой вот стритфлай, и при этом нам надо контролировать уфошку будет. Я думаю, это будет не реально. Я даже со спидхаком не могу пройти, чтобы вы понимали. О, я знаю, что сделать. Короче, если у нас там был контроль у фошки плюс стритфлай, то здесь у нас будет стритфлай плюс спам на уфошке. Знаете, что я заметил? То, что мы никогда не использовали портал шара. Мне кажется, надо это исправить и сделать декор из них. И почти под самый конец я хочу поменять уфошку на вейв, и у нас будет просто контроль и корабля, и вейва. Дальше я не хочу сильно заморачиваться, я поставлю вот такие вот структурки из роботов. А дальше у нас финишная прямая. И вот, наконец-то, самая последняя часть, и я здесь делаю просто лютый стритфлай на мини-корабле. А еще он будет сужаться вот до такого состояния. И это даже возможно. Теперь осталось всего лишь расставить порталы телепортации для того, чтобы наш игрок умирал. Добавить препятствия там, где я их забыл поставить. А также заполнить пустые пространства декором. Итак, наш экстрим демон только из порталов готов. Но я его выкладывать пока что не буду, потому что я его не задекорил. Поэтому я хочу дать вам предложение. Если под этим видео наберется 10 000 лайков, то я задекорю и верифну этот левел. А теперь приступим к шоукейсу.